Приветствую! Сегодня делаем разбор песни из репертуара группы Nautilus Pompilius с названием «Прогулки по воде». Разбор делаем в тональности ми минор. Итак, я сыграю один куплет, припев, и подробно все будем разбирать. Итак, приступим. Разбирать аккорды не будем, будем все по ходу разбирать. Итак, начинаем со вступления. Даже не вступление, а тоже как бы куплет. И начинает первая, вторая струна играть. Первая на седьмом, вторая на восьмом. Одновременно щипаем. Затем в сильную долю играем эти же ноты и добавляем шестую струну басовую, открытую. Вот так. Затем два раза первая, вторая. Дальше выходим на второе положение. Первая струна на третьем, вторая на пятом. Играем одновременно с шестой. И два раза потом. Еще раз. Дальше повторяем. И затем снова выходим на это, на второе положение. И играем уже без басовой ноты. Получается, три раза мы только бас сыграли. Дальше играем. Играем первую на пятом, вторую на седьмом, шестую на седьмом. Щипаем три струны одновременно. Затем два раза первая, вторая. Дальше. Снова три струны щипаем. Затем играем наше второе положение. То есть первая на третьем, вторая на пятом. И на полтона ниже дальше. Первая на втором и вторая на четвертом. И дальше снова выходим, играем три струны. Первая, вторая, шестая. Затем играем 3-2, третью прижимаем мизинцем на восьмом ладу, вторая прижата на седьмом у нас. Еще раз. Дальше. Первая, вторая, два раза щипаем и выходим на ля минор. Играем первая на пятом, вторая на седьмом. Пятая открытая басовая. Начинаем одновременно три струны. Играем первая, вторая, пятая. Затем два раза первая, вторая. И второе положение. Первая открытая, вторая на первом. Еще раз. Это мы все с басом начинаем играть. Второй раз играем то же самое. Дальше выходим на ми минор. Играем первую на третьем, вторую на пятом, шестая открытая басовая. Начинаем три струны одновременно. Затем щипаем без баса. Раз, два, три. Три раза без баса. Дальше. Первую играем только на втором. Открытую первую. Затем щипаем снова первая, вторая и шестая. Дальше. Вторая, первая, открытая. Дальше.
играем первую на пятом, вторую на седьмом, затем играем снова же эти нотки и сразу выходим слайдом на первое наше положение на ми минор, то есть первая на седьмом, вторая на восьмом. И на вторую часть выходим куплета. Давайте в сля. Вот так. И выходим на вторую часть. Начинаем так же, как мы в начале играли. То есть получается, мы сыграли вот. И в сильную долю начинаем играть. Вот до этого места. Играем так же. И затем два раза первую и вторую одновременно. Первая на седьмом, вторая на восьмом. Еще раз. Дальше выходим на си. Ну, это же положение, как мы играли в начале. Играем первую, вторую и шестую. Затем первая, вторая два раза. Затем первую прижимаем мизинцем на восьмом ладу, вторая прижата на седьмом. Три раза играем. Когда мизинцем прижали, снова бас играем шестую. И щипнули снова первое положение. Первая на пятом, вторая на седьмом и шестая на седьмом. Дальше. Играем 3-2, снова третью прижимаем на восьмом ладу. И первую ставим на восьмой лад. Еще раз. Два раза играем первую. Можем вместе с второй сыграть. Дальше выходим на ля минор. Ля минор играем первую, вторую, третью, маленький баре на пятом ладу. И мизинцем прижимаем первую на восьмом. Играем 5 и 1. Первую с второй можем играть. Дальше снова бас. И в баре играем первую, вторую. Дальше. Играем 5, 3, 2, 1. Быстро одну за одной. Снова первую ставим на восьмой лад. Дальше. Играем первую, вторую на пятом. Бас не играем сейчас. И затем играем две струны одновременно. Первую, вторую. И играем первую 7-8. И выходим на ми. Так как мы в начале играли. Но сейчас до этого дойдем. Давайте еще раз с этого места. Сыграли до этого места, дальше играем третью открытую и вторую прижатую у нас на восьмом ладу. И выход на припев на соль мажор. Выход у нас идет через басовые нотки ми, фа диез, соль, то есть шестая открытая на втором и на третьем ладу шестая. И шестую начинаем играть вместе с первой, первая на седьмом, шестая на третьем. Давайте сначала попробуем куплет сыграть, и потом займемся припевом.
Вот так. Пришли на соль мажор. Играем шестую с первой. Первая с седьмой. Шестая с третьей. Затем 4-3 играем открытые струны. Дальше. 3-2-1. Одну за одной быстро. Три пальца, три струны. Снова играем первую на седьмом. И затем слайдом уходим на 10-й лад первую. Дальше ре мажор идет. Играем четвертую открытую, первую на 10-м. Одновременно. И ставим указательный палец на три струны на седьмом ладу. Сыграли 4-1, 3. Затем первая струна 8-7. И вторая струна на 10-м и четвертая открытая. Дальше. Убираем мизинец, играем 3-2 на седьмом ладу. Сначала. Дальше. Выходим на ля минор. Играем 5. И мизинец у нас стоит на восьмом ладу. Ля минор на пятом. Три струны. Играем 5. 3-2-1. Быстро одну за одной. Бас. 3-2-1. Можем сыграть даже по две струны. Первую и вторую. Раз, два. Дальше. Играем. Хаммер пул. Седьмой, восьмой лад, первая. И пул играем, сбрасываем струну на пятый лад. Или можем сыграть пальцами правой рукой. И выходим на ми минор. Четвертая, пятая на втором ладу. Играем 6-1 одновременно. Играем 6-1, 5-4, 3-4, 2. Еще раз. Дальше. Я первую сыграл, там вторая. Дальше выходим на соль мажор. Первая, шестая на третьем, пятая на втором. Играем 6-1 одновременно. Затем 3-2. Затем первая, вторая два раза щипаем. И первую слайдом уходим на пятый лад. Дальше выходим на ре мажор. Первая, третья на втором, вторая на третьем. Бас, четвертая открытая. Играем 4, 3, 2, 1. Быстро одну за одной. Дальше 3. Первая, вторая. Дальше открываем первую. Щипаем первую, вторую. Вторая прижата в аккорде. Затем в аккорд ставим средний палец на первую струну, на вторую. Затем 3, 2. Дальше. Играем ля минор. 5, 3, 2, 1, одну за одной. Щипаем потом первую и вторую. Снова первая, вторая, уже с басом, с пятым. Затем первая играет 7, 8 и дублируем вместе с второй струной. Дальше выходим на си. Играем шестую струну басовую. На седьмом ладу у нас баре прижат на седьмом. Играем первое на восьмом, баре на седьмом. Вот так. Играем 6-1. Затем третья струна тоже на восьмом. И первая, вторая в баре. И снова выходим на вторую часть припева через басовый ход, через шестую, как мы вначале играли. Ну, сейчас до этого дойдем. Давайте еще раз попробуем с этого места.
вышли на вторую часть припева. Здесь мы играем на октаву ниже сольные нотки, то есть вышли так само шестой струной. И сыграли 6 и 2 одновременно. Затем четвертая открытая. Затем два раза щипаем вторую и третью открытые струны. И за третьим разом вторую прижимаем на третьем ладу. И третья открытая. Дальше выходим на ре с басом фа диез. Играем мизинцем, у нас вторая струна на третьем. Средним пальцем я играю шестую на втором. Одновременно играем две струны. Четвертая дальше, открытая. Дальше убираем мизинец, играем вторую струну. Первый лад. Сбрасываем, пул играем на вторую открытую. И третью прижимаем на втором. Еще раз. Дальше. Играем четвертую открытую и хаммер на четвертый лад. Четвертую. Дальше выходим на ля минор. Ля минор играем так. Первая открытая, вторая на первом, третья, четвертая на втором, пятая басовая открытая. Играем бас. 4, 3, 2, 1, одну за одной. Или одновременно, можете, если вам так больше нравится. Итак, сыграли бас. Одну за одной. Затем вторая, первая одновременно. Дальше снова бас. Первая, вторая одновременно. Дальше. Хаммер-пул играем. Первая, вторая струна открытая и на первый лад. Дальше третья в аккорде. И играем. Мы можем сыграть одним пальцем. Четвертую, пятую зажать на втором ладу. Шестая открытая играет в данном случае. И четвертая. Дальше. Играем 5. Пятая прижата. Четвертая у нас на втором. Значит, 5-4. И хаммер играем на четвертый лад. Четвертую. И третья открытая. Еще раз. Затем играем после хаммера шестую и третью открытую. И затем четвертая на четвертом и третья открытая. Еще раз. Дальше выходим на до мажор. Играем таким образом. Первая открытая, вторая на первом, третья открытая, четвертая на втором и пятая басовая на третьем. Играем 5, 4 и 3 одновременно. Играем 3 струны, потом щипаем только третью и четвертую. И снова с басом. Раз, два, без баса. Дальше с басом и без баса. Дальше соль мажор. Можем мизинцем не прижимать, мы играть там не будем первые струны. Правой рукой то же самое, только бас поменялся. Шестая, третья, четвертая. Дальше на ля минор выходим. Можем сыграть одним пальцем третью, четвертую. Можем аккорд поставить. И, в принципе, разницы нет, нам только третья, четвертая нужна на втором ладу. Играем бас третью, четвертую. Итак, сначала три струны сыграли, затем только третья, четвертая, три раза. И затем такие нотки, третья на четвертом, четвертая на пятом, и второе положение, третья на пятом, четвертая на седьмом. И выходим на такой аккорд. Играем бас, шестая струна на седьмом ладу. Дальше безымянный палец, пятая на девятом.
четвертая мизинцем на десятом, третья средним пальцем на восьмом. Первая, вторая открытая. Играем 6-5. Большим пальцем я играю 6-5. Затем указательным пальцем начинаю играть 4-3-2. Три струны, три пальца. И можем дальше, у нас освобождаются пальцы, и у нас как бы по очереди мизинец идет. Мы можем мизинцем сыграть от первой до шестой или указательным. Вот так. И на этом аккорде заканчивается песня. Давайте попробуем вторую часть припева сначала сыграть. Таким образом. Ну, вот и все, мы разобрали. Думаю, доступно вам все рассказал. Пробуйте, у вас обязательно все должно получиться. Желаю успехов. Спасибо. Пока.